Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасенчик, Стасенчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Dead by Daylight. Сегодня у нас новогодний выпуск. У нас по новостям нам рассказали, что... Ну, на официальном сайте написано, что там с 1 декабря, по-моему, 6 января, то ли по 6, то ли по 7 января будут каждый день за вход даваться какие-то награды. Вот список как бы с 9 по 23 декабря, это 100% список. Тут же они нам полную детальность предлагают перейти на официальный как раз сайт, посмотреть там. Также у нас сейчас проходит новогодний ивент. Наверное, я сейчас куда-нибудь сюда вставлю. Может, полное окно, может быть, частичное окно. Связанное со снеговиками. Как я понял, за выживших необходимо залезть в снеговик, чтобы тебя ударил ман. И после этого сбежать. Возможно, сбегать не обязательно. И мы получаем... Один из нескольких подарков, это вот один из трех свитеров. То есть, ну, не то, что один из трех, вообще это три свитера в общей сложности. То, что за каждую игру по одной вещи можно рандомно всего этого выбить. Это, короче, три свитера на персонажей. Сами можете увидеть, кого. Дальше на призрака и на ведьму. На призрака оружие, на ведьму, я так понял, скин полноценный можно получить. Также на этого, господи, на художницу и на трюкача можно получить светящиеся глаза. И три аксессуара. Это вот получается такой вот, такая как чашка, я не знаю, как ее назвать. Дальше этот люк и камин. Вот, и в принципе все. Ну, с 9 по 26 число будет проходить этот ивент, и вполне можно это все получить, добыть. Ну, а сейчас мы попробуем добыть одну вещь, сейчас получится. Проиграем, не проиграем, посмотрим. Ой, извините, это я тут... Я тут экспериментировал с разными вещами. У меня, кстати, уже две, как минимум. У меня свитер на Микаэлю есть. Потом у меня точно уже есть глаза на двух вот этих персонажей, на трюкача и на эту, как ее, художницу. Все время хочется что-то с Ворном связанное сказать. Также, как видите, вот у меня на поясе два значка. Это вот как раз люк и чашка. Вот. Попробуем, возможно, нам получится добыть что-нибудь еще в этой катке. Кстати, вот такой вот у нас загрузочный красивый экранчик. Bone Chill. Dead by Daylight называется. Очень-очень красиво, прикольно выглядящий. И локации очень классно сделали. Они украсили ящики, они украсили, в которых мы прячемся, украсили генераторы. Украсили прям крюки, вот-вот. Все, что связано с Dead by Daylight, они, в принципе, все украсили. И это очень классно, очень круто. О, смотрите, сразу же с ящиком рядом появились. Обязательно открываем. Он человек уже. Ну, давайте немножко подзаведем. Чуть-чуть. Генератор, чего бы нет, видите, какой красивый генератор с подарочком сверху, с гирляндами весь такой. Классно выглядит, мне очень нравится. И крюк вон у нас. Так. Убегать за снеговика, не знаю, дадут какую-то ачивку или нет, но особо смысла нет, потому что когда ты убегаешь, он просто выпрыгивает из снеговика и идет обычная загрузка победы, победной катки. Так. А, я с кем-то чинил. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот такие снеговики прикольные.
Вот так вот передвигаются. Дают один хит нам. Опачки, и побежали. И видите, мы засветились. Это означает, мы приняли участие в ивенте. Он понимает, что бестолку с нами сейчас сыграться. Смогли таки убежать от него. Очень-очень грамотно. Потому что мы могли просто спрыгнуть отсюда и все. И он бы нас бы уже никак не достал бы. Так, отлично. Ранить он нас не успел. Оп-оп-оп-оп-оп. Он приближается. А, ну мы ему не интересны, он там развлекается с другими. Надо этот генератор по-хорошему починить. Звонит телефон, и я не могу никуда отойти, к сожалению. Так, ну короче, я типа в паузе. Так, продолжаем, нас никто не видит. Никто не видел это, я не знаю. Я минут на 15, наверное, ушел. Прикроем деда. Прикроем по полной. Пусть бежит. Здесь я спрыгиваю. Не знаю, побежит ли он за мной. Да, смотрите, решил таки побежать за мной. А, генератор не дает, смотрите. А куда он? Куда он побежал? Я не вижу, куда он побежал. Но я пока стоял, мог починить, но... Ну, не мог. Мне надо было отойти. Там пока бегает. Пусть пока развлекается. Он там уничтожает снеговиков, походу. А, нет, генератора, это генератора. А, ну правильно, потому что уже генераторы починили. Но это мне вообще повезло, я просто так стоял здесь. Дофига чего успел сделать. Он где-то в этой части. Не знаю, где он там приближается. Чувак, отвали. Лучше всего побегать сверху. А чё ты за мной ты бежишь? Нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот это подстава. Просто взял и заблокировал чувака. Просто взял и заблокировал чувака. Это, конечно, жестко. Сорьки. Сорьки, я не хотел. Так получилось. Так, остался один генератор. Я надеюсь, это не треугольник. Надеюсь, они не на одной стороне все починили. Раз, два, вижу. Наверное, вон тот еще, да, остался? Да, смотри, генератор еще остался. Который, в принципе, можно чинить. По-моему, пока никого не видно.
Блин, ну капец, мне повезло просто. А, подожди, у него здесь где-то этот. Это очень-очень плохо. У него, скорее всего... Хотя нет, у него же закрытие окон. Скорее всего, вот это вот порча и стоит. На закрытие окон. И он, естественно, бежит сюда, да, к нам. Ну, я примерный план отступления себе представляю. Вопрос, насколько хорошо. О, снеговик появился, смотрите. Теперь эффект наступления еще выше. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так, снеговика. Оп. И пошли, пошли. А не, ну спасти-то по-любому надо человечка. Перед этим было бы неплохо... А, заблокировано, да? Ты смотри, заблокировано окна. Ну, он вон там, да, повесил. Нас он навряд ли видит. Че, разблокировали? Отлично, разблокировали окна. Мы вот так пока постоим. Возможно, нас не заметят. Если нас не заметят, то мы сможем... Сбегать. Отлично, отлично. Двое ворот уже открыли. Двое ворот уже открыли. Ну, бросать человечка плохо. Надо... Надо идти спасать. Как ни крути. С учетом, что у нас часы, мы просто обязаны его спасти. Так, все, пошел. Прям на нас, ты смотри. Ага. Чё-то я подозреваю, что в случае чего меня никто не спасет. Эх, ты смотри, не успел, не успел. Не успел. Вот это обида, вот это обида. Он меня 100% повесит. О, блин, вот это прям печалька. И чё, пойдут меня спасать? Они там хилятся около ворот. Нет, скорее всего нет, я думаю, меня опять просто кинут. О, ты смотри, они идут меня спасать, нифига себе. Вон ворота, если что. Мы прям на них и побежим. А что еще остается делать? Только бежать. Вот туда и побежим. Конечно, понимаешь, что он где-то здесь. Нет, смотри, не отпускает. Не отпускает. Ну все, они сейчас убегут просто и все. Да, они убегают. Уходите, уходите, чуваки. Уходите. Я, походу, делал его трофейчик просто-напросто. Но я тупо поступил, надо было в другие ворота... А, он меня пускает. Ты меня отпускаешь? Ты меня отпускаешь? Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Это предновогоднее чудо. Это предновогоднее Рождество. Двойное предновогоднее Рождество. Это прям я не знаю. Точнее, предновогоднее чудо. Вот, смотрите, когти с гирляндой. Это для ведьмы. Вот. Достаточно прикольно. Сыграли в ноль. Могли бы в плюс один, конечно, перейти на третий. Ну да ладно. Ну да ладно. Все равно мы сделали дофига всего. И поставим, естественно. Ну лайк. Как вам эта игра? Прям супер. Прям супер. Эта игра нам супер. С учетом, что я еще авкнулся ненадолго. Но несмотря на это, я... Дофига чего успела сделать. Ладно, и на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, хорошего настроения. Вот такие вот у нас подарки. Может быть, потом еще побегаем за манов, посмотрим, как за них получить те или иные призы.
Ну, а так подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось видео, и всем хорошего дня, хорошего настроения, всем пока-пока.